Мысли покинули силу, вас и заряд на исходе. Если мечты все рассыпались и не верят никто тебе. Если больше не можешь подняться после удара, что нанесла тебе судьба внезапно, словно подарок. И если все, во что ты верил, теперь кажется бредом. Как было важно, но сейчас бы не подумал об этом. Если сомнения съедают, не оставив и грамма вам, разрывая внутреннее я напополам. Если у тебя внутри пожар, но не от любви. Если постоянно на ножах, сразу что конфликт. Если заключил и проиграл с дьяволом пари, думаешь, что все враги и тихо ненавидишь мир. Если твой сосед или друг очень даже крут, за что бы ни делали они, тебя обойдут. Если ты на грани, уже не видишь выхода, то вспоминай эти слова, ведь твой успех впереди. Если начал, иди. Хоть и много преград будет ждать на пути. Твой успех впереди. Если начал, иди. Не бросай никогда, просто следуй пути. Если тянутся проблемы за тобой, словно караван, все откладываешь на потом, но это обман. Если ты идешь уверенно, но идешь на дно, что бы ни происходило, тебе просто все равно. Как бы ты хотел нажать на луну на телефоне, чтобы мир вокруг тебя больше не побеспокоил. Выкинуть все документы и расторгнуть все контракты, удалиться перманентно из Фейсбука и Контакта. Все миллениалы пишут, что ты на хайпе, как сам. Никому не буду отвечать на Вайбер, WhatsApp. Вот уже решил всему миру ответить гудбай, но затормозил и внезапно увидел я лайк. В гороскопе обещали повстречаться с чудесами, но тебе попались только грязь и лужа под ногами. Если ты на грани, уже не видишь выхода, то повторяй эти слова, ведь твой успех впереди. Если начал, иди. Хоть и много преград будет ждать на пути. Твой успех впереди. Если начал, иди. Не бросай никогда, просто следуй пути.